Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор пустышечек. Много интересного, итак, поехали. По порядку. Первое, что покажу, это вот такое вот мыло от Grass Milano. Я покупала в наборе по 3 штуки с разными ароматами. И хочу сказать, что вот это именно желтое, если покупать будете по отдельности, мне понравилось по аромату меньше всего. Тут, знаете, какая-то отдушка такая, мне даже вот неприятная. Какая-то химозная и отталкивающая. Не могу даже описать, на что похоже, ни на что не похоже. Как будто вот какой-то гурманский аромат. То есть какая-то выпечка. Здесь у нас кекс нарисован. Но он настолько химозный и неприятный. Вот мне желтая вообще не нравится. Хочу, чтобы вот были наборы синий, самый классный запах чистоты. А вот это вот вообще ни о чем. Фисташковая, зеленая тоже более-менее. Но вот это прям какой-то вот отторгающий аромат. Быстрее бы доиспользовать. Еще одно такое стоит. Не понравилось. Так, дальше. Пилинг от Ювиньон. Тут вся этикетка смылась. Средний такой пилинг, масляный, и для домашнего использования подходит очень-очень хорошо. Он такой прям вот, не то что почти никакой, он очень деликатный. Для чувствительной кожи подойдет, для тех, кто как бы пилинги делает впервые, подойдет. Достаточно деликатный, и кожа после него не шелушится, не сохнет. Он как будто вот кислоты добавлены в масло. То есть маслянистая такая текстура. Минут 5-10 на лице держим, потом смываем, и все отлично, замечательно. То есть такой слабенький, легенький пилинг для новичков. Могу смело рекомендовать. Ювиньон. Бренд есть на Валберс, на Озон. Так, дальше, девчонки, засоров нет. Вот эта вот штука термоядерная. Я забыла, как называется. А, снежинка. Снежинка есть тоже на Валберес, на Озон. Засоров нет. Очень термоядерная штука. Просто вот в отзывах писали, что у кого-то даже трубы разъедала. Я боялась. На самом деле, но у меня трубы не разъела. Работает на все 100. От любых засоров просто спасает. У меня их нет. Я для профилактики. Но я проверяла специально в раковине вместе с вами. Мы делали, оставляла остатки еды, как это все дело работает. Там прям шипит, бурлит. Из раковины такая появляется грязная пена. Если как бы грязь есть в раковине, она есть у всех, особенно на кухне. Ну и в ванной тоже волосы. Поэтому вот для профилактики такая штука, да, но долго не держите, потому что очень опасно. Штука действительно ядреная. Это, по-моему, у нас с вами щелочная вещь, а щелочь, она в этом плане гораздо опаснее кислот. Так, дальше у меня здесь два целых очистителя. Это Shine и Magic Pink. Вот они. Это перкарбонат натрия в чистом виде, а в Shine есть какая-то добавочка. Здесь не чистый перкарбонат. Да, здесь добавки какие-то есть. В целом оба работают просто на ура. Отлично. Я не знаю, как мы с вами, да, раньше жили без перкарбоната. Спасибо тому человеку, который для нас его открыл. Это супер вещь. Ну и в целом, если какой-то выбирать, я всегда говорю, смотрите на цену. Который дешевле, тот и выбирайте. Они все работают на ура. Так, дальше. Кондиционеры. Целых 3 штуки. Сейчас расскажу. Так, давайте начнем с любимого Aroma Rich. Это у нас с вами Леон. У них есть вот эта серия Aroma Rich. Спасибо тому, кто мне его на Ютубе в комментариях кто-то посоветовал. Шикарные одушки. Не могу сказать, что мне вот эта одушка розы прям очень сильно приглянулась. Мне больше всего нравится с яблочком, вот которая голубенькая такая этикетка, бирюзовая. И черный. Вот очень нравится прям вообще. Ароматы действительно на всю квартиру. Ароматы суперские, но лучше брать в пакетах. В пакетах... Ну, вот в таких вот пакетах, только непрозрачных, продается. В бутылках выходит бюджетнее, но бутылка, у нее нет никакой защиты от вскрытия. То есть абсолютно никакой. Здесь даже ничего не наклеено. Даже если наклеено, это легко открыть. Классный аромат, невозможный. Очень экономичный. Белье после них мягкое. Просто пишут в отзывах, что бутылки разбавляют. Поэтому я и рекомендую в пакетах брать. Кондиционеры нереально крутые. Любимчик. Вот прям любимчик из любимчиков. Но я все равно тестирую. Зачем тестирую, если нашла уже хороший, не знаю. Вот такой вот Grass от Eva. Кстати, тоже очень достойный кондиционер. Здесь 1,8 литра. И он тоже очень экономичный. Он очень густой. Он прям такого сиреневого цвета. Вот эта одушка мне тоже понравилась. Тоже очень яркая, но не настолько, как в Aroma Rich. В Aroma Rich, ну, это вообще бомба, просто кондиционер-бомба. Здесь выше среднего одушка, то есть действительно тоже аромат витает по всей квартире. Вот этот сиреневый очень приятный, гипоаллергенный написано. Grass молодцы, сейчас хорошую годную продукцию делают, очень интересно. Вот на скидках на Яндекс.Маркете я решила вот этот потестировать. Хватает надолго, объем большой, цена адекватная. Вот когда по скидкам можно поймать, прям адекватная цена. Мне вот этот черненький понравился. Здесь такой аромат цветочков в ночи. Цветущая фиалочка с какой-то вкусной парфюмерной одушечкой. Интересный очень. Так, дальше. Вот этот, ну, тоже неплохой. Помялся весь. АБЦ.
Но мне те вот два понравились больше. Здесь у нас пион. Тоже очень яркая одушка. Но он как-то вот пожиже, он мне показался неэкономичным. Здесь, по-моему, 60, что 60 стирок написано. Нет, на 60 стирок мне не хватило. Он какой-то неэкономичный и не такое вот мягкое белье, как после Aroma Rich. Мне показалось вот так. Поэтому вот КБЦ нет желания возвращаться больше. Грасс можно, в принципе, повторить. Aroma Rich обязательно повторить. А вот этот как-то не тянется рука, не знаю. Хотя одушка тоже достаточно приятная и не сильно прям выраженная, такая средненькая, хорошенькая. Так, соль. Часто очень на скидках бывает, я вам уже показывала, соль. Там 4, по-моему, или 6 штук в наборе. Бюджетно ходит по полкилограмма. Да, здесь 500, разная какая-то килограмм. Но, в общем, целым набором я брала на Валберес. Здесь лаванда и василек кое-как доиспользовали. Почему? Потому что здесь прям лаванда и василек. То есть, вот видите, прям куски травы. Трава прям тут. И девчонкам не очень нравилось купаться, и мне не очень нравилось потом мыть ванну. А так соль нормальная, классная. Она прям вот выглядела как натурпродукт. То есть, необработанная прям такая неплохая соль. Нормально. Так, дальше. Для волос. Для волос давайте расскажу. Батист. Любимый сухой шампунь для волос. Иногда пользуюсь для создания прикорневого объема, потому что у корней мои волосы очень быстро жирнятся. Много кожи головы выделяет себума. И поэтому иногда прибегаю вот к сухому шампуню. Это самый крутецкий. Тоже на скидках или когда есть промокод какой-то на Магнит Косметик, приобретаю. И самый любимый лак для волос, которому уже не изменяю. Не знаю, наверное, лет 8 точно. Это Тафт. Перепробовала кучу других. Нет, не нравится. Лаком я пользуюсь тоже крайне-крайне редко. Раньше постоянно делала начесы. Прикорневуху такую любила, эх, знаете, от души. А сейчас нет, не делаю. Но иногда, когда хочется, мне теперь такого вот тюбика хватает практически на год. Самый классный. Склеивает волосы слегка, но он склеивает их так, как надо. Этого не видно. То есть, вот я когда прикорневой объем хочу создать, начесываю корешочки, запшикиваю, и весь день держит, и на следующий день держит. На следующий день вообще шапка получается. Именно за это люблю Тафт. Вот этот зелененький именно объем. Он есть четверка, пятерка, не знаю, тройка, по-моему, есть, не помню. Самый великолепный лак, который действительно держит. Так, еще для волос давайте дальше уж, коль пошли по этой теме. Так, ну это шампунь Head and Shoulders, ему пользуется, ему нравится. Все знают, что он классный, силиконистый такой, но вызывает привыкание. Краски для волос. Чем крашусь? Вот буквально вчера покрасилась. Ролик уже про покраску был. Цвет 8.1 Estelle Princess. И цвет 8.16 Estelle Princess Chrome. Такая вот серенькая упаковка. Пополам миксую по 30 мл той, и плюс 60 мл трешки. Вот так в последнее время крашусь, 3% оксид. И вот, собственно говоря, цвет волос. На выходе он сначала темный, завтра вот буду голову мыть, и он будет уже гораздо светлее. Восьмерка всегда на выходе темная, но по факту это блонд. Он потом подсмоется и будет блондом. Чем крашусь? Вот последние несколько раз только так. Не экспериментирую, вот именно так. Так, дальше шуршу. У меня тут все заваливается. Не заваливайтесь. Так, Estelle, пена для ванн. Очень-очень крутецкая пена. Вот шампунь у них отвратный из этой серии. Взяли, домываем. Вообще, а пена полная противоположность. 0+, по-моему, она, если я не ошибаюсь, Little Me, пена для ванны детская с пантенолом, алоэ вера. Нигде не вижу тут маркировку 0+. Ну, в общем, кому надо, тот найдет, почитает. Гипоаллергенная она тоже. Меняет цвет, как вот фаберликовская. Тоже сначала синенькая, потом такая зелененькая, потом зелено-желтая, потом становится синий. При соприкосновении водой и нереально круто увлажняет кожу. Вот просто у меня дети из ванной вылезают с такой влажной, как будто вот крем уже какой-то хороший нанесли. Вот именно за это понравилось. Очень классная пена. У кого малыши, присмотритесь. Прям вообще суперская. Нету марки. А, 3+. Вот нашла. Мелко-мелко написано 3+. Но мы с Крис используем. Как бы все отлично. Так, еще один пилинг покажу. Это Organic Zone. У них есть несколько разных пилингов для чувствительной кожи, для возрастной. Там еще. Так, у меня здесь лифтинг эффект. Ахай кислота. Тоже довольно-таки годный пилинг для использования в домашних условиях. Он реально пощипывает. После него может быть суховатая кожа. Такой гелевой консистенции хватает надолго. То есть на сезон вот такого вот пилинга хватит. Есть он на маркетплейсах везде. Мне кажется, на Рандеву есть, если я не ошибаюсь. Organic Zone, по-моему, да, там есть. Такой вот средний хороший пилинг для домашнего использования. Тоже для новичков подойдет. Можно брать для чувствительной кожи сначала, да, чтобы не сильно жгло. Но он работает, он реально работает. Хорошо очищает кожу, удаляет омертвевшие клетки. Для чего как бы нам нужны кислоты? Для молодости кожи, для хорошего очищения. Именно химического, не физического, когда мы трем лицо, да, а химического. Поэтому присмотреться советую, пилинг очень классный. Так, что у меня здесь? Две банки патчей закончились.
Так, первый от Хемиш, это корейский бренд. Вот такие вот, это розовые патчи были с розой. Не могу сказать, что они мне понравились. Хотя они бывают, ну, достаточно дешево. У них на сайте, не знаю, сделали они сейчас сайт в России в связи с санкциями, там какие-то проблемы были. На маркетплейсах они тоже есть. Они огромные, они классные, они вот так вот перекрывают веко, все нижнее, еще полщеки. В этом плане все отлично. Они толстые, плотные, такой коллаген, все. Но вот мне по эффекту не понравилось. Мне потом после них кожа липкая, мне приходится потом все это вытирать. Поэтому я вот чисто, знаете, как использовала с холодильника холодненькие и нанесла. Ну, я все так в основном патчи делаю. Поэтому, ну, как-то вот я эффекта не увидела. А вот эти очень понравились, противоотечный эффект, я брала их на рандеву. А что это за бренд? За бренд у нас живой коллаген. Так и написано, коллаген. Живой коллаген, экстракт люпина, люцина. Именно противоотечный эффект и анти-эйдж. Здесь тоже 60 штук. Вот они очень понравились. И здесь прям видно, что коллаген натуральный. То есть они рвутся. Если, ну, вы их там как-то не так поддели, видно, что это не какой-то там пластик, из которого сделали патч, а видно, что это реально коллаген. Они не совсем бюджетные, по-моему, даже подороже, чем Хэмиш, или где-то так же стоят, если без акций. Но они реально работают, я от них увидела эффект. И противоотечные отеки они хорошо снимают, и антиэйдж тоже. Вот эти патчи прям прикольные, девчонки. Вот прям могу смело рекомендовать. Так, дальше у нас с вами что? Дальше лапочка, как всегда, жидкая. Средство для подмывания младенцев. Очень классное, очень здоровское, суперское. Не вызывает аллергии, все нормально, все отлично. Эта серия очень бюджетная для деток, в то же время рассчитана на аллергиков. Так, дальше масочка одна у меня тут тканевая затесалась. Это в подарок, по-моему, с рандеву сейчас такие вкладывают. Хорошая маска. И стоят они у них там совсем бюджетно, меньше 50 рублей. На рандеву вообще можно по 30 рублей маски взять. Так, детский крем эмолиент. Вот как раз из серии лапочка. Это если есть какие-то сухие участки тела. Если малыш у вас аллергик, атопик, очень рекомендую к этой серии присмотреться, попробовать. И себе взять тоже. Так, дальше. Крем для век, тоже корейский бренд от Бентон. Использовала на все лицо. Бентон, кто слышал, корейский бренд довольно известный. По-моему, у них тоже вот эта линейка гипоаллергенная. Это очень плотный крем, который безумно понравился, от которого тоже увидела эффект. Наносила на все лицо, потому что не люблю отдельно крем для век, отдельно для всего лица. Понравился, очень понравился. Плотный, плотный такой крем, который насыщает, питает, увлажняет, не оставляет за собой никакого липкого слоя, никакой тяжести на коже, достойный очень продукт. Так, дальше тушь, которую вы видите у меня на ресницах последние несколько месяцев, но все равно спрашиваете, что у меня на ресницах, исключительно только вот это, L'Oréal зелененькая, миллион, волюм миллион лашес. Вот так она выглядит. Покупаю на рандеву, потому что на маркетплейсах боюсь нарваться на подделку. Здесь вот такая крутецкая кисть, изогнутая, силиконовая. И внутри вот тут, где она изогнута, коротенькие ворсинки, а где выпуклые, длинные. Очень классная. Вот она у меня сейчас на ресницах, два слоя. Тушь великолепна, у меня никаких нареканий. Она не отпечатывается. Носится изумительно, реснички создает великолепные, просто с ней можно и вау-эффект, эффект драмы, какой захотите, и естественный с одного слоя. Хорошо очень прочесывает их, удлиняет и создает объем. Ну вот, отличненькая тушь просто, вот не хочу пока даже другие рассматривать. Так, дальше, от Балия, это немецкий или датский, по-моему, бренд. Балия умывашка, крем для умывания. Приходил он мне в адвент-календаре. Помните, рассылка была? Да, использовала. Прикольный формат. Вот сейчас в Фаберлик появились такие средства, да, крем именно для умывания. Но это реально крем. Умываюсь с ним, умываю щеточкой, потому что мне вот с ним не хватает умывания. Но он очень хорошо подойдет для деликатного умывания, для возрастной сухой кожи. Потому что он за собой абсолютно никакой сухости не оставляет, а наоборот, кожа очень увлажненная. Но я как любитель такого хардкорного очищения кожи, мне вот маловато. Поэтому я наносила его на лицо, брала щетку, еще как следует щеткой проходилась. Но он очищает, он и макияж смывается второго раза, как бы очищает, действительно очищает. Это такой вот деликатный уход, не пересушивающий кожу и одновременно ее увлажняющий. Прикольный, интересный продукт, но сказать, что я его взяла второй раз, нет. ВПРО показываю. Недавно был ролик в Дзене подробный, как почистить машинку свою и как вообще продлить ее срок службы, чтобы она не ломалась и так далее. ВПРО, латинские буквы WPRO. Одно время пропал с рынка этот продукт, сейчас появился, по-моему, в новой упаковке. Выгодно брать упаковку по 12 пакетиков.
Вообще упаковка 10 пакетиков, но вот акции бывают часто 10 плюс 2. Я брала в свое время за 1100 такую упаковку, у меня еще несколько штук в запасе осталось. Засыпаем в барабан, включаем стирку на 90 градусов или режим чистки машины, если у кого такое имеется, и стираем. Чистим машинку, потом открываем отсек, где внизу машинки, да, где всякие вещи застревают после стирки там и так далее, мусор всякий, и там реально камни. И последующие стирки, они продолжают вылетать, то есть чистить на ура. Мне очень нравится, ни с какой там лимонкой, антинакипинами, ни с какими не сравнить. Просто рядом не стояло. Изумительное средство, просто восхитительное. Поэтому вот такую упаковочку взять, и хватит ее года на полтора. Я, знаете, я раз в 3 месяца где-то так чищу. Раз в 3 месяца. То есть упаковки на 2 года. Да? Поэтому вот так. Так, ну на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.